Доброе утро всем-всем-всем. Снимаю через окно, чтобы не смущать. Муж сажает чеснок. У нас сегодня сильный туман был и сейчас еще не разошелся. У меня тут куром варится мелочь, картошка. Кроме зеленых помидоров, еще вот два таза красных. Еще один. Сегодня вот столько огурцов насобирал. Каждый день собираются огурцы. А это вот чеснок, что внутренние зубчики были от Любаши. Я говорю, жалко, посадил бы. Он говорит, не надо. Съедим, попробуем. Крупные какие. Наш-то крупный чеснок, а Любаша так вообще. Это вот наш. В духовке досушиваю видите ягодки ежевика, что я срезала последнюю, решила на чай. В бане сушилась, но в бане то надо еще растопить и еще растопить, а я вот ставлю на единичку и через полчасика выключу. Помидоры портятся. Приходится куром резать. И от дыни. Что ближе к корочке, тоже куром обрезаю. Немножко обрезала герани. Вот потом вот эту буду еще раз обрезать. Я их поставила на крыльцо. Вымыла все поддоны и горшки. И похолодает, надо будет их заносить домой. Одну круглую, круглый горшок, один молодой занесла, а старый, который уже много лет в одном горшке, мужу дала выбросить. Там все равно уже питания нет. И вот чеснок. Хотели полторы грядки, получилось на целых две. Но они коротенькие. Они метра, наверное, 3 или 2,70. Хватит нам. Накрыли сеткой. Там немножко не хватило. Железную приспособила. Хороший солнечный денечек, но к вечеру уже холодает. Ветер сделался ледяной. Солнышка у нас уже давным-давно не было. Этот парник. Там остались одни горькие перцы. Огурцы. Огурцы еще сидят.
скорпиона пора уже тоже обрезать. Покороче. И вот этот клематис тоже пора уже его обрезать. Наполовину обрежу. Надергала салат, он не растет. Куром отдам. И подергала редиски. Но редиски там еще полно. Я которую покрупнее выдрала. Сейчас почищу, ботву отдам курам, эту помою, уберу в холодильник.